Силы международной коалиции уничтожили 7 тысяч боевиков исламского государства в Сирии и Ираке. Начиная с сентября удалось ликвидировать около 20% военного потенциала группировки. Об этом заявил командующий ВВС Иордании генерал Мансур Салех Аль-Джубур. Сейчас основными целями международной коалиции являются ликвидация главаря группировки, уничтожение командных центров и тренировочных баз боевиков, а также пресечение незаконной торговли нефтью, которая, кстати, является одним из основных источников финансирования экстремистов. Напомню, международная коалиция во главе США начала наносить авиаудары по позициям боевиков в Ираке с августа прошлого года, а по Сирии с сентября. Всего с начала кампании были совершены свыше 5000 авиарейдов.